Всем привет, и сейчас будет небольшой тест записи на фронтальную камеру смартфона Samsung. Проверяем эффект на роллинг шаттер. Будет ли как бы эффект роллинг шаттера, и также фокусировку проверим в темное время суток. Сейчас точнее фокусировку проверяем. Хорошо ли фокусируется телефон на дальних объектах, а также на близких фронтальная камера. Как видите, довольно неплохо фокусируется, но шумы присутствуют, так как фронтальная камера не такая светосильная, как основная камера. У нее светосила всего лишь f1.7. Внимание. Вроде бы неплохо такая фронтальная камера. Размер 8 мегапикселей. Записываю я в Quad HD при 30 FPS, 30 кадров в секунду. Тест такой вот небольшой. Стабилизация также здесь присутствует. Я настроил ее. Вроде бы запись нормальная, но шумов достаточно так много. Но в принципе это с HDR, так что приемлемо.